С кофемашиной Сайка Синтия Капучино вы можете приготовить капучино или латте с богатым сливочным вкусом. Поставьте чашку под устройство подачи кофе. Начните работу с нажатия кнопки «Аромат», выбирая между значением «Легкий», «Средний» или «Сильный». Затем нажмите на кнопку голубого цвета «Капучино». Кофемашина будет автоматически преобразовывать молоко в пенку. Чтобы в вашей чашке появился и свежеприготовленный кофе, остановите парообразование молока нажатием кнопки «Капучино». Для настройки количества подаваемого молока и кофе в чашку в соответствии с вашим вкусом, нажмите и удерживайте кнопку «Капучино» в течение 3 секунд. Когда количество молока в чашке окажется достаточным, еще раз нажмите эту кнопку. Вы остановили подачу молочной пенки. Третье нажатие на кнопку будет стартом для подачи в чашку эспрессо. Когда вы закончите приготовление, машина автоматически запрограммирует то количество молока и кофе, сочетание которых вам нравится. По окончании работы машина попросит вас провести чистку системы подачи молока. Просто снимите емкость с молоком и подставьте под систему подачи контейнер. Поверните переключатель капучино и нажмите кнопку подачи кофе для включения цикла очистки от накипи. Вот и все. Верните переключатель в прежнее положение, и кофемашина вновь готова к работе.